Продолжаем нашу пресс-конференцию. We continue with our press conference. Сейчас услышите комментарии нашего главного тренера. В первую очередь хочется его поздравить, что наша команда first вышла all, на чистое congratulations место. That our team is on the first place. Надеюсь, с него не сойдем. And we hope we do not move from it. Пожалуйста. Спасибо. We hope we stay there, but I think we still have some work to do. Конечно, мы надеемся, что мы там останемся, здесь останемся, но it's нам еще есть что поработать. It's used to always start with the working points, no negative things I tell, but the working points. Я знаю то, что важно начинать не с отрицательного, а с положительного, чтобы это улучшать. I think that if you start a game like we did and it goes well. Думаю, то, что если мы будем начинать игру так, как мы начали, я думаю, она хорошо началась. If you come in front, если пойдете вперед, you have to be able to control a little bit more the game. То нужно намного несколько лучше контролировать ход игры. Because I think after we started well, we gave immediately. Поскольку я думаю, после того, как мы хорошо начали, мы сразу же дали возможность сопернику to stay in the game. Остаться в игре. After we had some difficult moments. Потом у нас были несколько сложных эпизодов. And also when you get three goals, so the result is for me okay. Ну, but конечно. When you get three goals, that's too much. Если мы получили три гола, конечно, результат общий для меня нормально, но получить три гола для меня слишком много. It is two penalty, it is два пенальти. Standards. Это стандарты. But it's still three goal against, and that's однако too much. Все равно это три гола, которые мы получили, это слишком много. Even in the last minute you cannot give one goal away like we did. Даже на последней минуте нельзя отдавать один гол, как мы это сделали. On the other side, с другой стороны, we played today with a lot of players injured or suspended. Сегодня мы играли без многих игроков, которые были или травмированы, или были не участвовали из-за карточек. So we had to find a solution to make the best team. Поэтому нам нужно было найти решение, чтобы составить лучшую команду. We also put in a few youngers. Также мы поставили несколько молодых. Even it's only a few minutes. Даже если это на несколько минут. I think it's very important for Krylia and for Russian football. Я думаю, что это очень важно и для крыльев, и для русского футбола. That they have the opportunity to meet themselves with the top, even if the top is for the moment second division. Чтобы у них была возможность поиграть на высшем уровне, пусть даже это высший уровень в первом дивизионе. We had some very good moments. We scored five goals. У нас было были хорошие эпизоды. Мы забили 5 голов. So I think also the fans will be happy. Я думаю также то, что болельщики будут довольны. We did a lot of things very well. Мы многие вещи сделали очень хорошо. But I saw too many things where we still have a lot of work on. Однако я вижу очень много вещей, над которыми еще нужно поработать. So that's a good sign. Это хороший знак. То, что над чем можно нам поработать, и, естественно, мы за это не были наказаны. Но, с другой стороны, я думаю, то, что мы улучшили нашу игру, поскольку у нас было тяжелое прошлое в домашних играх. After the four draws we had here, после тех четырех ничьих, которые мы здесь сыграли, я попросил игроков, to have a restart, чтобы начать сначала. So for the five I'm okay, for the three against it's a little bit too much. Ну, пять, то, что забили, это хорошо, а три все-таки слишком много. So that's it. I think next week we can start again. Ну вот, надеюсь, то, что на следующей неделе мы снова начнем. And it's gonna be tough or difficult again. Это будет опять сложно и тяжело. But the most important is our quality. Однако самое важное – это качество нашей игры. And when you have this quality, all the other things are following. И когда качество есть, то все остальное приходит.
Maybe just on the change. We changed at halftime Telles because he had an injury. Ну, может быть, были определенные изменения. Мы поменяли после первого тайма Теллеса, поскольку он получил травму. He had already this problem during the week. Он жаловался на эту проблему уже в течение недели. So we see in the next days what's gonna happen. Поэтому в ближайшие дни мы увидим, что будет с ним. That's it. Все. Пожалуйста, вопрос. Я question. It's not simple that we got three goals from one of the outsiders. It's a relaxation, it's some problems in the center of the defense. How could you explain that at home games the defense was not very reliable? No, I don't think it's only the defense. Я не думаю, что это только оборона. The defense is always what's appearing as being the guilty one. Я знаю то, что всегда защита кажется виноватой. But sometimes other people are responsible for that. Но иногда ответственность за это лежит на других. So that's why sometimes it is an individual thing. Поэтому иногда я понимаю, что это индивидуально. So what it is working on, or it is the profile of the player. Что это или профиль игрока, может быть. Some players can do some things, cannot do other things. Некоторые игроки что-то могут делать, что-то не могут. Are strong on one or weak on another thing. Игрок сильный в одном и слабый в другом. So we just have to analyze now what happened really. I asked to see the pictures, but at halftime was too difficult. Поэтому нам нужно сейчас проанализировать, прежде чем что-то решать. Я хотел посмотреть в перерыве записи, но к сожалению, это было слишком сложно. So even the last goal was more the responsibility of different players together. Даже последний гол был больше на совести разных игроков, которые играли вместе. So I'm not looking for one person, I'm looking for the team finding solutions to not get goals like this. Поэтому я не ищу одного ответственного, одного виноватого, а я ищу, чтобы команда, а я пытаюсь, чтобы команда нашла решение, чтобы не получать таких голов. Я понимаю, несколько преждевременно, но команда вышла на чистое место, getting ready for the Premier League. You have a year's contract, and do you see yourself as beginning the new year, the new year in the Premier League? First of all, this is anticipating. Прежде всего, не надо предварительно, не надо заранее что-то обдумывать. I see myself in the division where I am for the moment. Сейчас я вижу меня в том дивизионе, где мы находимся. And this is where I want to compete in. И здесь я хочу соревноваться. So Premier League may be a target. Премьер-лига – это может быть целью. But it's not in my book for the moment. Но пока что это не в моих планах. Otherwise, I'm reading the bad book, or the wrong book. Пока это не в моей книге, или я читаю не ту книгу. Франк, сегодня команда забила с интересных розыгрышей. Скотт, Interesting set pieces. Is it an individual creativity of the football players, or you put a lot of attention for the preparation of the match, to the match? We didn't put too much. We trained a little bit extra on these things. Мы немного дополнительно тренируем эти вещи. Only by training these things, we had also little problems and injuries. Однако, тренируя такие вещи, у нас иногда получаются небольшие проблемы с травмами. So one side you have to train more, on the other side you take more risk, because some players have to kick a lot. Поэтому, с одной стороны, конечно, нужно тренировать больше, а с другой стороны, у вас больше риск, поскольку игрокам приходится много бить. Second, we approached a little bit different things. Мы ко всему подходим несколько по-другому. So first we try to change or to give other people, other players opportunity to give the standards. Первое, это мы старались что-то поменять или дать возможность другим игрокам подавать стандарты, участвовать в стандартах. So before it was always two same players, now we start to have three or four. Раньше это всегда были два одних и тех же игрока, сейчас у нас уже 3-4.
And I think one did very well today. Я думаю, то, что один сегодня очень хорошо сыграл. Second, we put one or two, I mean, automatism. Or... Второе, это у нас нарабатывается автоматизм. And to the players we gave them, and we said that they had to create something themselves. Автоматизм у игроков нарабатывается, но мы говорим то, что они должны сами что-то создавать. Because for me the most important when you have standards. Поскольку для меня самое важное, когда мы бьем стандарты, is the intelligence of the player, это ум игрока. To see what he can do in this circumstance. Посмотреть, что он сможет сделать в этих обстоятельствах. And this is always changing. И это всегда меняется. So automatism is sometimes not possible. Поэтому автоматизм не всегда возможен. But sometimes, like, the goal we scored, однако иногда, вот так, как тот гол, который мы забили, was a perfect opportunity. Это была прекрасная возможность. And the other one with Jovic, I think it's a very fantastic delivery. А другой с Jovicем, это, я думаю, была прекрасная подача. Only we had another player. Только у нас был другой игрок. Еще вопросы будут? Other questions? Спасибо. Спасибо.